Всем привет! Сегодня мы будем строить кораблики из 10 блоков, потом из 100 блоков и 1000 блоков и пробовать доплыть до конца. О, у нас сегодня два пингвина. Сейчас вы будете строить кораблики из 10 блоков. Вы готовы? Нет. А. Нет. Ладно, короче, в любом случае начнем. Можете начинать. У вас есть 10 блоков. Я вас не ограничиваю во времени, можете не спешить. Ставьте блоки аккуратно, не торопитесь, я вас подожду. Когда такие события вообще были, чтобы не ограничивал во времени? Не знаю. Это первый раз вам. Да это невозможно. Ой, пират, красивый кораблик строит. Да какой красивый, ужасный. Да я шучу, он, конечно, ужасный. В смысле, он красивый? Рад, твоя логика просто божественна. Спасибо. Ух, можно один вопрос? Да, можно, можно. А если у меня партов 10, а блоков именно 10? Ну ладно. Ну да. У нас два пингвина. Что это за нашествие? Это пингвины из видео про Антарктику. Они все-таки нашлись, да. Так, прошло уже 3 минуты. Я хочу посмотреть, что вы тут делаете. Вы его совсем не торопитесь, да, я вижу. Так, я вижу плотик, а на плоте есть мачта. Это хорошо. У Агуши есть парус. Странный парус. Но все-таки хорошо. А у пирата. О, у него даже флажок есть. А почему он в ту сторону дует? Ветер дует вперед, значит, флаг должен быть вперед. Да. А, да, да, это логично. Она ломает логику. Короче, физика. О, пингвин строит пингвинский корабль. И он выглядит эпично. Но он очень маленький почему-то. Я иду к последнему пингвинчику. Он такой маленький, что я его даже не заметил сначала. Парусы и мачта покинули чат. Все закончили? Не-не-не. Ладно, я вас не ограничиваю во времени. Стройте скорее. Пират, хочешь что-то про свою лодку сказать сам? Боевой корабль, боевой фигат. Ладно, шучу. Это маленькая лодочка, она ни на что не способна. Но все-таки делалось по чертежам боевого фрегата, значит, это боевой фрегат. Логично. Вот, сейчас забудь символом. Все, идемте к пирату. А что я сделал? Чего вы хотите от меня? Идите же отсюда. Видимо, уже на хозяин. Идите отсюда. Так, пират, как думаешь, зачем я их всех сюда позвал? Вы хотите напасть на мой корабль? Утопить его. Нет, они будут сейчас оценивать твой корабль. Напишите в чате оценочки. Тут партов 13, но блоков тут 10. Потому что мачта, она состоит, получается, из вот так забор. Чё? Так, теперь надо математику подрубить. 41 очко из 50 тебе дали, пират. Всё, 42. Я оценивать 50. Не буду, потому что за меня оценят зрители в комментах. 42. Смотрите, кораблик какой красивый. Нет, какая-то всё... 0 баллов, 10. Пингвин, будь брату своему пингвину и поставь ему 10. Этому кораблю поставили 36 баллов вы. Зэк умеет водить? Круто. Я бы за это 10 поставил, но мне нельзя. Так что вы в комментах поставьте ему 10. Это что за корабль такой странный? Это самый красивый корабль в моей жизни, который я такой видел. Это палка. На ней можно плыть. Ладно, идемте сюда. О, эту лодку построил, Борвал поставил, а из вас никто не поставил. Надо ему завысить баллы. Да, я уверен. Вы серьезно все шестерки ставите? Обидно. Это 30. Мы посмотрим, кто из вас дальше проплывет. Смотрите, тут плотик настоящий. Давайте его тоже оценим. 8. Ой, что Агуша поставил? Он поставил решетку. Это 8, это 8, я не знаю, почему заблудились. А как ты угадал тогда? А я не знаю, как я угадал. Просто гений. 36 баллов, молодец, плотик. Идем. Корабль улетел. Да. Ну, корабль, да. Давайте оценим его. Я ставлю... Ой, я ничего не ставлю. О, 10! 40 баллов у твоего кораблика, Агуша. Не знаю почему. Ты на 1 балл отстал от пирата. Остался последний кораблик. Только он маленький очень. Он даже меньше меня. Но он для пингвинчика. Это мой братик. Он тебе поставил 7, а ты ему 10. Пожуха. 39 баллов. Что это такое? Та лодка 41, это 40, а это 39. Да. 40 и 39. Пират. Ну а теперь пришло время для самого интересного. Забирайтесь на свои... Да. Забирайтесь на свои лодки, и сейчас вы будете плавать. Сейчас я поднимаюсь на свое почетное место, из которого я буду за вами наблюдать. 3, 2, 1, поехали! Ой, воду включите! Пират самый первый, как так? Я думал, пират будет самым последним. Парус крутой. Потому что донатные моторы были не запрещены, по сути. А что, нельзя? На чиле, на расслабоне, впереди меня все камни ломают.
вроде. Пират, моя камера на тебе сломалась, я тебя не вижу. Ух, я еще... Догоните пирата и узнайте, как он там, живой. Да. Вон там пират. Босс, догони пирата и поймай его. О, он уже сам не достал. Мне интересно, одна лодка из 10 блоков доедет до конца или нет? Погоня за пиратом. Пират свалился. Давай, давай, давай. Босс, босс, босс. У меня мачты нету. У меня вена 5 блоков. Ну стой, подожди. Я тут вижу, один кораблик с Зэгом плывет. И Зэг улыбается. Кораблик с пингвинчиком утонул. Жалко. Этот плотик вообще на базе стоит и отдыхает. Так, осталась только лодка босса и лодка пирата. И босс выживет, потому что он из угля сделался. Да, а пират сейчас упал. Пират, он живой, он упал туда. Нет, босс. Все, минус пират. Он упал в стиральную машинку. У него лодка жирная и из, получается, из угля все сделано. Поэтому он умеет. Камера взорвалась. Я не вижу вас теперь. Босс, вы доплыли до конца, скажите? Нет, наш корабль перевернулся, и мы очень эпично скинулись с борта корабля. Хоть под моим кораблем были блоки, он почему-то все равно перевернулся. Да уж. Корабли были... 10 блоков были не совсем удачные. Многие из вас даже утонули. Хотя нет, вообще-то все утонули. А мой Зэк до сих пор плывет? Да. Зэк непобедим. Ладно, у вас есть 100 блоков и опять-таки много времени. Стройте сколько хотите. У нас есть неограниченное время. Еще раз. Да. Можно вопрос? Если корабль будет с ракетным двигателем, по сути, это будет космический корабль. Да, поэтому нельзя. Я знаю скам этой игры. Пингвинчик строит золотой кораблик. Да, в смысле? Материал, давайте дерево или хотя бы что-то. Нет. Пират разозлился, он стал строить из золота нам всем. Может сделать только переднюю часть из золота? Красивый корабль, типа, да. Красивый, да, ты пират... красивый, то что я помру первый, это очевидно. Пират, ты же, по сути, пират. Почему у тебя плохие корабли? Ого, сколько всего вы здесь понастроили. Это вообще... Агуша, это же настоящий боевой корабль. Вот это прям твоя звездочка, мне вообще нравится, красиво. Ну я знаю, что ты не ты ее построил, ну ладно. Ну да, но круто, короче. У босса здесь хлебная лодка, почему ты все из хлеба строишь? Не знаю. О, здесь что-то с картинки кораблика вроде, тут и пушки есть. Это прям как древний корабль, все проработано, прикольно. Месть, пингвина. Зачем так много пушек? Я не знаю, что-то у меня вообще нет. Вроде все так-то прикольно начиналось, но с мачтой там не пошло что-то. И, короче, как-то странно. Зато много пушек. Да, пушек много. Вот здесь вообще маленький кораблик пингвинчиков. Он очень грозный. Тут, смотрите, тут и шипы стоят. И флаг такой. Вы разве можно, по сути? Да, таранить. Я вообще-то камни хочу. А, я думал, вдруг хотите. Нет, тут тоже я добрый пингвин. Я не лисы. Да, пингвины добрее лис. Ну, у пирата прикольный корабль. Идемте все, давайте оценим это. Оценка будет плохая, но зато много-много пушек. Пират, у тебя 40 баллов. Ура, абсолютно. Никто еще 50 не набрал. Смотрите, у Агуши какой кораблик. У него боевой фрегат. Прям вообще боевой этот, прям крейсер у Агуши. А если мне попадут в браховой дрон, я же помру. Давайте оценим корабль Агуши. Ой, босс поставил 10. У Агуши 41 очко, и он на первом месте. Пока что. Ура. Он тебя, пират, на одно очко обогнал. Какой он злой. Ладно, идемте сюда. Смотрите, корабль оранжа какой. Это корабль называется «Сделай сам». А, понятно. Если по-русскому, то из палок. Да, тут корабль вообще очень непонятный. Почему мачта сзади и вообще... Ну ладно, вы оцениваете. Я обожаю стимпанк. Этот странный корабль «Сделай сам» набрал 34 этих... Ну, очка. А, далее, золотой корабль. Давайте его посмотрим. Странно, но... Его построил пингвинчик, ладно. Поэтому это круто. Смотрите, у него есть впереди шипы. Череп прикольный еще так. 39 очков у тебя. Ты ему 6 прилепил, что ли? Ну, да, 6. Смотрите, какой корабль. У него только парусов нет. Корабль «Месть пингвинов», план Б. О, прикольно. Да ёлки-палки. 38 у тебя. Смотри. У твоего собрата пингвина 39. Да. Да ты дурак, что ты делаешь? Они меня перевернули. 3, 2, 1. Стойте, дайте на пирата посмотреть. А ПВП не будет? Включите. А нет, пожалуйста, не включайте, надо. Включайте. Ладно, моему кораблику придет конец. Бываем.
Пират снова на первом месте, как всегда. Что? Агуша всех обгоняет, он улетел куда-то. Агуша! О. Да это уже ракеты какие-то, это да. Что такое? А пират честно перевернуто плывет. Очень странно. Ну как обычно, ё-моё. Живи, надо было противовес поставить. Надо было. О, я вижу маленький пингвинчик плывет на маленьком кораблике вперед. И он подлетел. Что? Агуша уже в конце. Как конечно, так? Конечно, это торпеда. А, да, у него реально современная торпеда. Он реально в конце. Он уже на водопаде. Он подходит к сундуку. Все, Агуша победил, он в конце. Нет. Корабль сделай, сам плывет. Смотрите просто на него. Ой, как он еще выжил, я не понимаю. Он где-то под водой. Да не только он, тут еще маленький кораблик маленького пингвинчика. А где другой пингвинчик? Агуша проиграл со своей реактивной торпедой. Почему тут от корабля одна треть осталась? Чтобы видеть. Что? Надо... Нет! Знаешь что, пингвин? Пингвин. Я знаю. Твой собрат пингвин только что утонул. Он был в конце. Он мне теперь не брат, он меня хотел убить. А. Ну ладно. В этот раз Агуша смог долететь до конца. На торпеде. А я не виноват, у меня корабль тяжелый. Надо. Ладно, готовьтесь строить корабли из 1000 блоков. Давайте кто за 3 на 3 ставите плюс чек. Все ставьте плюс. Если я сделаю корабль, но он будет не плавать. Как? Что можно построить из 1000 блоков и ничего? Начинайте строить, ладно. Рекомендую всем выключить ПВП, а то пират может по вам начать стрелять. Или а что пират, что я сделал? Потому что он пират. Ладно, будем снимать тайм-офф с того, как пират пытается что-то сделать. Десять минут прошли. А это что, было на время? Нет, я просто пришел смотреть, что вы тут делаете. Я уже испугался. Так, а ты что сделал, мне интересно? Сверху. Сверху? Стоп, это что за капсула такая? Это подводная лодка. Круто. Здесь корабль, который полностью состоит из шипов. Да уж. Да. У меня даже рядом с ним все лагает. Поэтому вырубим... А, ты вырубил металл, да? Да. А ты, пират, что за Титаник строишь? Ты знаешь, что Титаник утонул? Твой корабль тоже. Я хотел сделать боевой крейсер. Но понял то, что по форме это напоминает Титаник, и я понял то, что это судьба. Хочешь, я ледник сделаю? Сейчас вы все утонете, а мне 1 000 000 пушек поставлю, и тот айсберг помрет. Ладно, пират настроен очень злобно. А Гуша, да. Ты что делаешь? Маленькая лодка? Не знаю, что я это. Я делаю лодку современную на воздушке. На воздухе? О, у него тут корабль-то красивый. Это соперник этому Титанику. А мой Титаник некрасивый, все не будет. Он построил военное судно. Вот я тоже хотел крейсер. А это что, огромная пушка, что ли, сзади? Я не буду спойлерить, что это будет эпично. Это на случай, если меня будет очень сильно бомбить. Будет Титаник теперь затонет не от айсберга, а от взрыва. Почему? Нет. Это уже затопление Британика чем-то похоже. Значит, у тебя Британик. Но в вашем сериале Британик утонул об что-то невидимое. Да. Ладно, я вернусь к вам через 10 минут. Мне еще строить тут 2 часа, наверное, я не знаю. А, Гуша что скажет? Пират, ну дострой, пожалуйста. Короче, сейчас все очень унывают. Сейчас поздняя ночь, и пират пропал вообще куда-то. Пират пропал, потому что, наверное, у него час ночи, он пошел спать. Агуша, что это такое? Это лодка на воздушной подушке, просто плавать по воде. О. Хотите, прокачу у вас на своей супер-дупер лодочке? Ну давай, посмотрим. Ну, у нее крутится пропеллер, это хорошо. Поехали. Да, ладно. О, Она даже... Че, лодка не едет-то? Это я же говорю, вот они все втроем вместе взятые, такие тяжелые, что даже ускоритель не может изменить. Реально? Вот попробуйте все спрыгните. Все равно не тянет. Может, мне надо спрыгнуть? Я попробую. Оу! Что сюда влетело? Она сразу полетела. Понятно. Стой, Агуша. Давайте оценим кораблик Агуши. 47 очков у тебя. Агуша, стой. Кстати, пингвины меня ждут. Не надо, пожалуйста. Ух, теперь моя лодка летающая. Смотрите, это лодка из шипов. Она настолько лагает, что у нас FPS очень сильно приседает.
Это те самые чувства, когда снимаешь на 60 FPS, но тут даже 10 нет, наверное. Эта лодка полностью из шипов состоит, это ужас. Что будет, если лодка из шипов врежется в тебя? Нет, не в меня, а в мою лодку. Ну да. Давай, добрало. А, броня не пробита. Раунд 2. Раунд 2. Давай, давай. У нас сейчас залагает. Остановить. Давай поплаваем просто. Давайте, только можно я отключу ПВП? Да. Давайте поставим оценку этой лодки из шипов. Я думаю, она что... Она идеальная, да, лодка идеальная. Я бы поставил лодке 10, но сегодня оценивают зрители за меня. Так что напишите в комментах, сколько вы поставили. Агуша тебе поставил 6. Твоя постройка набирает 39 очков. Ну, хорошая отметка. О, смотрите, там подводная лодка. Давайте ее тоже посмотрим. Где она? Я призываю... Сестра, откройся! Да. О, шалай, шалай, машалай, открывайся. Чё-то не работает. Потому что мы все ломаем, точка. Давай подлодка, епично! Она где-то под землей, да? Вот она! Что? Почему все лодки летают? Это так странно. Это я так сделал. Это чтоб она явилась. Куда? Нет! Подлодка. Подлодка. Нет, стойте, мы же посмотреть хотели. Ну, это я сделал. Ну, вот, короче, это мой. Твой? Да, это мой. Он правильный. Ну, да. Тут много способок. Ну, как сказать, много? Мало, но садится. Чего? Ладно, давай, поехали. Куда садиться? Я иду. Все, ого, здесь так просторно вообще. Да, но это секретная способность, так что залазим на этот стульчик. Ну, короче, сразу начнем с самых способов. Нет! Кабина отцепилась, и мы улетаем. Это что-то... Это уже не лодка, но мы же на лодке, это не лодка летает, а кабина, так что ты этого не запрещал. А, ну да, данную систему. Ну а что? А что, лодка только катапультируется и все? А? Нет, она... Ой, идем-ка на базу. Давайте оценим ту огромную боевую лодку. У этой лодки 39 очков. Ты про мою? Да. О, спасибо. Осталось... Последняя лодка. Подводная лодка. О, молодец. Смотрите, что в этой подлодке есть. Там есть зэк, динамит и часы. Я внутри подлодки. Только она странная немного. Какая большая подлодка. Да, давайте оценивать. Под этот вкусный чай, который я пью, я ставлю этой постройке 8. Понятно. 46 очков у тебя, кваза. Ну что, это были все постройки. Ну, короче, спасибо за участие, Агуша, пирату, тебе, пингвин. О, спасибо. Кваза и Оранжу. Всем пока.